Ну что, дорогие друзья, я продолжаю работать вот с этим прекрасным мальчишечкой, приучать его, чтобы он был спокойный. Ну, к чему спокойный? Ко всем процедурам спа-салона. Вот он, все, вот так вот все, возмущается он. Вот, ох, у мамы еще такого не было, правда. Сам по себе он очень энергичный, сам по себе он такой прям шустрик, быстрик, открытый ребенок, но вот по поводу груминга, да, по поводу всех процедур, это прям у него, прям, ну вот так бывает. Конечно, все разные, абсолютно разные. Ну, вот так вот он. Я все равно с ним борюсь. Села, вот, да, ложу его на спинку. Он уже, кстати, лежит на спинке понемножку. Я просто вот так вожу руками, да, вот так. Мне нужно подстричь вот эти вот лапки ему. Я вот уже вот так вот делаю. Хотя триммер, в принципе, очень тихий, спокойный, да. Ну вот, мы спокойно к этому относимся. Но, вот так вот аккуратненько, потихонечку, по одной лапке, понемножку мы приучаемся. У нас все получится, это даже не обговаривается. Но есть вот такие проблемы, да. Есть такие ребятки, которые не приучены ничему. Ну, он и не был ничему приучен. Ни к туалету, ни к чему другому, да. Но по его шевелюрке было видно, что он не подстригался, ничего. Это, конечно, проблема, я вам скажу, да. Я скажу, как профессионал, для меня это достаточно сложно приучить. И, ну, опять же, время надо, на все нужно время. Все равно нужен подход, разный подход. Все, мой золотой, да, по чуть-чуть, понемножечку. Он все равно брыкается, да, он все равно меня толкает и не хочет, конечно же. Но, ребята, ура! Вот наш Мишка. Мишка, который живет у каждого под лапкой. Вот такой вот Мишка. Мы его нашли. Так, один Мишка готов. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ему, конечно, больше не нравится, когда вот мордашку, да, что-то причесывает или вот такое. Вот эти вот тоненькие волосики, вот они коротенькие, они очень мешают его глазкам. У него, кстати, очень длинные ресницы. Поглядите. А если увидеть? Вот такие длинные ресницы. Вон они такие глазки, длинные реснички. Мальчишечка потрясающе красив. Ой, характер. У него все хорошо. Все абсолютно. Он прям ребенок. Но с процедурками вот этими мы справляемся. Видите, как он уже себя ведет? Раньше он вообще на спину не ложился. Он прям сразу подпрыгивал, бежал и вообще. Вот так, я подбрила эти лапочки внизу, а потом окантовочку сделаю. Ну, чуть позже, сейчас пробую еще лапочки, потому что он прям вообще вот такой прям волосяный, очень хороший волос, плотненький, да, мне все нравится, но вот эти лапки прям они все... Значит, они правда не больно, да, ну вот не хочет, неприятно ему, да, ну не то, что неприятно. Кичунь. Он просто не приучен этому. От слова совсем. Совсем, да. Вот от слова совсем, да. Нет, мой золотой, мой замечательный, мой сынок. Та-та-та-та-та. Да. Вот Лора еще придет, поможет, да. Вот так. Все. Вот видите, понемножку. Ну, было бы желание, да. Ну, конечно, это... Так не должно происходить, конечно, с собачкой. Все, мы открыли и вторую лапочку. Вот она открыта здесь уже. Потому что собачки бегают, они должны лапочками чувствовать все. А, так, задними.
Пробуем еще немножко из задних убрать. Все, да, вот так, ой, мой золотой мальчик. Я тут, кстати, уже пробовала, тут уже не так волосато, как было впереди. Впереди он прям совсем не хотел, не давал. Вот, ну, по чуть-чуть, не все сразу. Вот, все. Так, ну что, ну, конечно же, подстригать нужно, знаете как? Делать форму, то есть на ставите на стол. Вот она мягкая такая вот расчесочка. Ну, вот он вот прям как огня, понимаете? Вот и все. Ну, давайте так попробуем. Все, рыбка, да. Осторожно нужно делать это, потому что он вот так вот дергается. Я по чуть-чуть, хотя бы просто вот чуточку. Уже не буду там его выделывать как нужно. Я вот так вот сделаю. Ну, вот так, ежедневно, каждый день понемножку, по чуть-чуть мы приводим его в порядок. Вот эту озорную собаку. Да? А мы все равно справимся. Мы победим!